6? Ну да. Да. Да? А точно? Громче, давайте, громче, громче. Да! О, молодцы! Так, скажите, а кто-нибудь знает, кто такие пираты? Да. Я знаю. Те, кто грабит корабли. А давайте по одному вот тоже начнем, наверное, с Влада. Влад, кто такие пираты? Тот, кто грабит корабли, они... Бесчастные, они нечестные. Да, он мой ответ сказал. Ага, да. Ну, значит, будем считать ваш будет дополнительный ответ чем-нибудь, нет? Ну, ты тоже думаешь, да, что ли, да. Но, которые пираты? Они собирают золото. А зачем? Они грабят корабли, но у них пистолеты на один выстрел. Потому что у них... Они сокровища закопают, не умеют, не могут купить. Они закапывают сокровища, а потом их ищут по тысяче лет. Они спиногрызы. Как? Спиногрызы. А что это значит? И собачьи на груди. Вот так. Вообще-то это так. Ну ладно, ну. Сонечка, а ты знаешь, кто такие пираты? А услышала, кто это? Нет, пиратология есть. Игорь, кто такие пираты? Где? Георгий. Глеб. Глеб, а я перепутала. Да, прошу прощения. Глеб, кто такие пираты? Это люди, которые зарывают золото, а потом его ищут. Ага, вот так. Интересно. А с помощью чего они ищут свой клад? Кто знает? Карты, да? Наверное, какие-то интересные, даже опознавательные значки. Да? Хорошо. Ребята, скажите. Так, я вам рассказал. Кто вы такие? Мы? Это да. Администрация. Это Влад. И что, детишки? Что вы от меня хотите? Вот, ну, Влад, так ходи. Нам просто интересно. Вы, наверное, здесь какой-то клад ищете? Возможно, да? Да. Где клад? Старый пират спрятал где-то в этих краях сокровища. Да, найти его легко. Но я никак не могу его найти, хотя у меня есть много подсказок. Ну, он, в принципе, местный, да, ребята? Знаем? Ребята, давайте все вместе. Все громко повторяем. И теперь за мной повторяйте. Клянусь быть настоящим пиратом до конца вечера. Клянусь быть настоящим пиратом до конца вечера. Клянусь быть смелым и отважным. Клянусь быть смелым и отважным. Клянусь быть веселым. Клянусь быть веселым. Клянусь помогать своим товарищам. Клянусь помогать своим товарищам. Клянусь лечь спать сегодня рано. Клянусь лечь спать сегодня рано. Раньше часа ночи нельзя. Ну что, клятву произнесли. Ну все, наконец. Еще лето сейчас нельзя спать. Еще надо. Саш. А теперь можно подсказать? Теперь нет. Да ну сколько мне? Теперь вы должны получить от меня... Конфету. Черную метку. Черную метку. Наконец-то, вторая черная метка. Да, нас не вижу. Откуда? Начнем с девочек, давайте поступим. У меня есть вторая черная метка. Есть черная метка? Да, просто это зеленая была. А в этот раз черная. Если черная метка... Куда ее приклеить? На холодильник, это магнитики. Это магнитики. У меня есть зеленая, а это черная. Прячьте по карманам. Прячьте по карманам. Ну, на любую металлическую, найдете куда. На машину. На машину. Тут у нас было не так. Кармашки положите, если у вас есть карманы, оставьте до конца вечера. И это вам на холодильник на память будет, да, в этом вечере. Но еще не конец. Мы уже стали пиратами. Что же будем делать дальше? Давайте теперь нас и подсказки. Да подсказки! 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 Я слышу просто, как вы просите, а вы должны их заработать. И просто так я их не отдам. Нет, вы должны пройти испытание.
Поехали. Ждем, пока не вернется первый участник. Время пошло. Конец бежит. Следующий. Банку оббегаем. Ждем, пока вернется участник. Банку оббегаем. Следующий. Готовы. Да, время идет. Время идет. Не расплескиваем, молодцы. Давай. Еще чуть-чуть. До половинки. Сколько там уже? Много? Еще сколько начало? Ай-яй. Давай, включай побольше. Давай, Жорик. Давай, 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 давай. Назад бегом. Время, время. И чтобы воды хватило, а то если расплескивать, ее не хватит. Придется из водоема воду. Нет, носить. Ждем, Уля, ждем. Не торопитесь. Ждем, пока возвращаются. Молодец. Ну еще половины нет, прошло 2 минуты. Ребята, давайте побыстрее. Вы же хотите получить подсказку? Ждем, пока вернется. Не торопитесь. Ждем, ждем. За половину. Только ждем, когда вернется. Половина есть уже. Давайте, ждем. Давай, давайте полбанки. Нет, нельзя. Жорка, ждем. Осталось до конца. Ребята, побыстрее. Влад в этом конкурсе не участвует. Ничего, в следующем поучаствует. Давай быстрее бить. Давай, давай, давай. Давайте, давайте, давайте. Ну. Еще чуть-чуть. Давайте уже. Осталось 2 минуты. Ждем, пока вернется участник. Ждем. Потом бежим. Эх, какие вы нетерпеливые. Давайте, давайте. Полторы минуты осталось. Ждем. Давай, давай, хлеб. Есть. Ждем, пока вернется участник. Подсказка должна вынырнуть. Подожди. Жорко ждем. Давай, 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 давай. Еще. Еще, давай. 1 минута осталась. Беги. Давай, бегом, бегом, ждем. Еще чуть-чуть. Еще один, еще один. Еще один на плане. А ну. Еще один. Еще один. 1,5 минуты осталось. Еще. Сколько сюда можно найти стакан? Нормально. Еще. Последний стакан, хлеб. Давай, давай. Все, всплыла. Нам цвет примешь. Ребята, все. Смотрите, у вас Ура! Есть подсказка. Первая стакан. Давай Сонечка откроет. Кому стаканы? Соня, откроешь? Давай посмотрим, что там, народ. Стаканы пошли. А теперь, команда, идите сюда. Вы же все вместе должны быть. У вас же командный дом должен быть. Подсказка у пирата. А где у нас пират? А ну, пошли. Так, где наш старый пират? Идем, у него подсказка. Идем. Где подсказка? Все равно без меня вы ничего не можете получить. Можем. Проверить вашу сообразительность. Сейчас вы будете на ощупь определять. О, здоровый такой. Не люблю я такой конкурс. На ощупь определять, что вы достали. Я первый. Когда ищем, закрываем глаза, достаем один. А то, что достанете, кому достается? То, что вы достанете, остается давай, вам. С маленьких начнем. Да, вы. Да. Вы же команда, уважайте друг друга. Давай, потихоньку. Только не смотрите. Что-нибудь давай, нащупать. Давай, на что а ты попробуй ну, еще, засунь. Давай, 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 не бойся, еще раз. Так, не посмотрим. Выбери да. То, что тебе покажется знакомым. Как ты думаешь, что это? Вот оно трясется. Да, вот они, пазлы. Ура! О, у Сонечки пазлы. Давай, давай, только не подсматривай. Давай, давай. Давай, пистолет. Пистолет? Вытаскивай. Молодец. О, у Жорки пистолет. Давай, перемешивай, не подсматривай. Пока 2-0, пока все угадали. Все хорошо. Пистолет. Молодец. Отлично. Еще. У меня красный и побольше.
Колодец, да. Так надо было угадывать. Ладно, ничего. Сначала говорим, что это, а потом достаем. Что это? Да, молодец, ручка. С тачками, класс, давай, будь рисовать. Ребята, что это? Что это девочка? А, ручки, фломастер. Ничего страшного. Пока ничья. Мяч. Ну, сейчас нащупает что-нибудь. Не угадала. Пират, у нас два человека вытащили до, один не угадал. Но все равно вам остается. Блокнотик. Угадали? Везет. Угадал? Везет. У меня молодец. Потряси рукой, мало ли что. Там много еще всего. Я нашла пузырь. Как ты думаешь, что это? Пузыри. Да, молодец. Ну, кто еще? Все угадали? Все достали, все, ребята. Ну, у меня там... Это фонарь. Значит, у нас два человека не угадало, да? Так, по одному, все? Можно второй раз достать? Мешок давай сюда. Нет. Клетки. Ребята, давайте все вместе смотреть, что там за клад. Пистолет. Я не вижу. Так, подождите. Куда мы торопимся? Идите сюда. Давайте. Это вообще мой клад. А я помощник пират. Да, да, да. А кто находит? Да. А кто находит? Ребята, я помню, отбирай. Это я помню. Да, 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 да. Ну что, вы будете галдеть или послушаете? Послушайте. Я открываю сундук. Там шоколадные монеты. Нет апельсина.